Всем привет, друзья! Вы на канале Бананчики. Сегодня вас ожидает два рейда подряд. Меня ограбили, вы посмотрите, как мне разнесли все стены. Ну, здесь нету стенки, да, вы уже видите, что тут нету ее. И смотрите, что здесь происходит, да вы чё, нифига себе. Этот был сломан, если что, друзья, я пришел там кое-какие дряхлые там тряпки закинул. Ну, короче, этот был ломанный. Все пустое, вы посмотрите, мне все разнесли, ё-моё. База, конечно, я уже прочекал. База одна вкусненькая будет. Там очень много сундуков. Понадобится одна С4, но бомбическая база будет. Ладно, поехали, я подготовился. Первая база нам не нужна. Так, стопы, вот так вот, опа. Не нужно С4, я возьму только, ну, сегодня немножко топориков. Мне этого хватит. Поехали знакомиться с базами. Знакомьтесь, друзья, это плайер 5740, который меня ограбил. Эта база деревянная. А вот это, о, тю-тюри-тюри, да, три-та-та, будет бомбическим. Название LG Soul Лойоу, господи, не знаю, правильно, неправильно, надеюсь, правильно высказался. Давайте сначала к этому, который меня обидел, который мне взорвал стену, каменную, и переломал все, что было у меня на базе. Блин, это бомба, если я там что-то найду ценное. Здравствуй, товарищ, где твоя база-то? О, тири-тири, ну зато здесь можно поставить чоппер будет. Ну, мы с вами уже видим, есть мяско, есть немножко ножей. Один ножик. Многовато. Есть шипы. А, подождите. Нет, я могу поставить только с той стороны. И то не факт. Это как бы, блин, затрудняет меня. А, нет, можно, все, вижу. Вижу, здесь можно поставить чопачок будет. Давайте я с этой стороны тогда начну ломать. Первый заход с этой стороны, как раз сюда можно поставить будет потом чоппер. Вот так что, друзья, это будет бомба. Но есть одна беда, то что мне, если что, вот если там ломать, то там у нас стоят шипы. Вы видите, да, вот здесь стоят шипики у нас. То есть с этой стороны мне будет трудно ломать или драться с кем. Подожди, давай сначала я внутри открою эту стенку, сломаю, а потом уже, вот потом уже я там сломаю шип. Давайте вот с этой стороны начнем ломать, хотя надо было бы по дверям. А если здесь какое-то что-то стоит и все, это будет гобыла? Нет, это не будет гобыла. Вот здесь я сломаю. А, тут смотрите, ва, нифига, тут еще есть у нас окно. О-хо-хо-хо. Значит, этот первый сундук надо ломать. Этот первый сундук нам нужно сломать. Сундук, две печки. Угу. Так, как бы нам быть-то здесь? Давайте, друзья, я просто наперед все думаю, чтобы потом не опрофаниться. Вот и все. Что мы делаем? Мы, наверное, ломаем вот здесь, а? Те, которые об стенку, я не буду пока ломать. И вот здесь ломаем. Ой. Здорово, товарищ. Здорово, здорово, беги ты за мной. Здорово, корова, я-то за тобой. Ой, привет. А как это? Чё это? В смысле? А, ты... а, дрянь. Ничего себе, он умный какой, вай. Помидорчик-то какой умненький. Давай, бегите вы, где там? Нормально, я с ними по-быстрому разобрался. Вот уже лежат два трупачка, и тут... О, господи, как же вас тут много. Ладно, не ожидал немножко. База практически, друзья, у нас уже открыта, но... Но первым делом, наверное, надо все-таки забрать вот этот сундук. Вот этот сундук, друзья, мы будем первым делом забирать, потому что он стоит около окна, и это как-то... И си такое... Си такое, что это за беда какая-то? Это что? Это все, что здесь валяется? Ну, давайте я еще маску в довесок возьму. Это мне все нафиг не надо. Это я брать не буду. Тогда мы возьмем печечку одну. О, железо. Руда. Это хорошая вещь. Ну, хоть что-то, друзья, потому что бомбы фантастической такой я что-то вообще тут не ощущаю. И, ой, здравствуйте. А, товарищи, ко мне бегут, товарищи мои. Ё-моё, как они заколебали мне. Бьют меня и бьют. Нет, я должен вас побыстрее поубивать. Я не знаю, какие здесь стенки будут. Но я, наверное, вот с этой стороны сейчас лупану ее. Давай, ломайся. Ну, скажи, что там... А, не, смотрите, там... тут пробка. А, все, вся база открыта. Ой, друзья.
Это бомба, конечно. Но то, что у меня чоппер пустой, вот это не ахти. Вот тири-тири, есть бензинчику, есть колеса, ключики я забираю, есть ящичек. Помните, да, для чего мы берем ящики? Хотя, ну, это второй уровень, не знаю, брать, не брать. Нет, давайте пока не буду брать. Если что, я прибегу, я его заберу отсюда. Вон мои все вещи валяются. А, паразит, а? Какой хитрожопый человек. Все сломал мне. А вот что делать мне с этими-то двумя... Блин, ну это далеко. Ну что, что мы делаем, друзья? Тогда сейчас я... сколько у меня там? Тут, наверное, блин, тут брать-то нечего, ё-моё. Или чё делаем-то, а? Ну чё делаем? Блин, так мне все равно, если я сейчас... А если я сейчас вызову третью волну, я ее убиваю. Потом у меня будут проблемки с громилой-то. А если я неправильно поставил чоппер? Вай. А чё сразу-то я это не сделал? Вай, да подождите вы, дайте мне выйти-то хоть. Пришлось немножко пострелять с пистолетика. Вы видели, что там было видно? Вай, там еды куча. Ой. Чё ж я раньше-то в этот сундук не запихался? Ё-моё, вот это да. Что мы с вами здесь берем? Рагу, друзья, мы берем рагу. Приготовленное рагу я надо... Вот это надо забирать, друзья. Эта вещь вещевая, надо брать эту вещицу домой ушкать. Давайте я сразу возьму эти 5 стаков, хопа, за место колеса, нафиг это колесо, перебьемся. У нас колес этих дома так, ой-ой-ой. Сейчас тогда что мы делаем? Конечно же, друзья, раздеваемся, откисаем и возвращаемся обратно уже с диверсантом. Ну что, друзья, надеюсь, я правильно поставил чоппер. Я без понятия вообще. Ой, волны-то у нас больше нема. И вот теперь придется как-то это, блин, не знаю, выяснять, конечно же. Надеюсь, у нас все бомбически будет. Эту всю еду я остатки не буду забирать. Я немножко так похаваю, посмотрю. Но воды здесь предостаточно, да. Давайте я вот этот еще сундук сломаю, потому что он самый дальний у нас такой. Чё за обжора-то здесь живет? Нифига. О, господи, даже голос пропал. Нифига себе, морковки-то, вай. Друзья, если честно, я бы эту всю морковку схавал. Правда, я бы ее забрал бы всю, полностью забрал бы. Потому что, ну это же хавчик, друзья. Хавчик у нас в ЛДЕ на первом месте. Правда, на первом месте. Морковку я всю забираю. Если что-то интересное я найду, конечно же, я заменю. Правда, заменю. Мне не жалко. Но все-таки это же морковка. Морковка. Мы будем брать морковку. Потому что волка любит морковку. Так, друзья, что мы делаем? Здесь у нас захода нет, да? Мы ломаем тогда этот верстачок. 91. Хорошо, 91. Этот мы сломаем. Тут как бы недалеко бегать. Этот мы тоже сломаем. А, тут 1, 2, 3, 4, 5. Ну, тут окно нам мешает. Ну, ладно, не беда с этим окном. Мы как-нибудь справимся. Здесь у нас все проверено, ничего нету. Здесь пустые, да? Вот тут у нас сундук стоит. Здесь у нас сундук стоит. Угу. Так, 2 верстака, сундук. Значит, здесь у нас, друзья, дерево будет. Доски, скорее всего. Здесь будет металл какой-то, потому что здесь станок переработки. А вот потом-то что мне делать? Потом мне надо как-то... А как я потом пойду-то? Блин, так а подождите. Мне потом с громилой-то как быть? Мне потом с громилкой тяжело будет, потому что громилку надо будет до сюда довести. Вот так вот. А потом уже как-то надо вот здесь его... домогать. А как я это сделаю? Мне тяжело потом будет с ним, потому что у меня стенка-то здесь не проломана. Мне надо было здесь стенку проломать тогда уж, потому что громила, чтобы стоял здесь. Так бы я проломал. Блин, ну я... Ой, я глупо сделал, друзья. Вай! Я реально глупо сделал. Блин, это плохо. Если я сломаю эту вещь, у нас 98 будет, да? Фу, да еще рагу! Да ладно! Ничего себе! Это база какого-то, не знаю, обжора, что ли? Зачем ему так много еды?
Ну, хотя, да, мы же сами обжоры. Давайте я ломаю тогда вот эту стенку. Пускай будет минус один топорик. Но забрать я хочу все. Да, господи, ломайся ты уже. Давай, Громила, иди сюда. Громила бежит. Бежит, друзья, Громила к нам бежит. Она... Ладно, давайте здесь тогда заход сразу же сделаем. Хопа. Ага, один есть глок. Один, друзья, глок есть. Есть клюшечка, есть немножко, конечно же... Ой, топорики, друзья, ё-моё, мы живем, у нас топоры есть. Не буду я колесо брать, она мне как бы незачем. Это я тоже не буду брать, это я не знаю, изолентос. Но морковку я оставлю. Морковочку я хочу ставить. Вот мне интересно, Громила пойдет к нам? Нет, не пойдет. Тогда все, нормально, чоппер у нас работает, ломаем следующий сундук. Хорошо, давайте, Громила, 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 Громилович. Молодец, маленький удар. Ну, блин, такое себе, знаете, ничего такого топического я там не заметил. Немножко есть, конечно, бинтиков маленьких. И так себе, ничего интересного тут в довесок нема. Давайте я Громилу сейчас сюда позову. Солнышко, беги-ка сюда, давай. Вот ты молодец, я хочу проверить эти сундуки просто. В довесок. 20 досок. Я так и знал, что здесь будут доски у нас находиться. Ага, беги-беги, фоновка, сюда еще плюс 20 досочек. Ну-ка, перейдем давай сюда. О, вот так вот, молодец какой. Такой хороший щеночек. Блин, такой хочу домой. Злой, агрессивный, но послушный. И здесь у нас что такое есть? У нас есть... дубовых досочек, я забираю их сразу же. Иди нафиг отсюда. 18 простых досок есть. Изоленту я уже не буду брать. Незачем, это тоже не будем брать. Вот так вот мы возьмем. Пока что вот так вот возьмем. Это ничего интересного тут нет. Хотя подождите, это возьму. Если что, топоры надо будет крафтить. Теперь Громилу нам нужно вот сюда перевести. Пойдет? Пойдет. Куда он денется, когда разденется? И что у нас тут? Блин, пластины металлические. Не нужны они мне. А, честно, не буду брать, наверное, я их. Здесь у нас немножко железа есть. Ну, блин, так себе. Ничего интересного я тут, молясь, не вижу. Вообще ничего. Ну, талоны есть. Чё? Они мне как бы нафиг не нужны, эти талоны. У меня дома талонов, ё-моё. Давайте Громилу мы сюда зовем. Теперь вот сюда зовем. Давай, Громила, вот сюда. Вот ты молодец, какой собачка хороший, а. Гав-гав, ну-ка шевели сюда панталонами. Молодец, какой. А здесь можешь шевельнуться? Молодец. Да, бегать мне до сундука далеко. Ну, не беда. Не беда, у нас места здесь хватает. Хопа, минус сундучок. Ну-ка удар сделай, что мы там видим? Угу. Мы там видим... Фигушку мы там видим огромную. Громила, ну-ка давай. Молодец какой. Вот такого песика я хочу. Такой натуральный, настоящий. Куда позовешь, туда он и бежит. Ну да. Если не понравится, он таких люлей вам надает. Мало не покажется. Блин, а что тут одни маски? Хотел маску забрать. Ну ладно, не беда с этой маской. Без разницы. Как бы она мне не очень так и нужна. Последний сундук, друзья, на этой базе. Ой, тут есть кожа. Ой, как ты, вы посмотрите, как много кожи здесь. А давайте я кожу возьму. Сколько тут стак? 2, 3, 4, 5. 5 стака кожи я заберу тогда. Хоп, хоп. Опа. Ну чё, друзья. 5 стаков, а тут еще есть 7 штучек. Не будем жадничать, не будем брать, не будем. Хорошо. Чтобы нам убежать, у нас там есть место для убегания. Убегания, да, да. Есть. Как мы поступаем с Громилкой? Громилка, ну-ка. Давай, нанеси последний удар. И ариведерчик. А, подожди, иди сюда, Громила, иди сюда. Я печку-то здесь эту не профинил. А может быть в печке-то есть что-нибудь интересное? Ты будешь ударять или нет? Не, я хочу проверить. А представьте, там в печке что-нибудь интересное. Что ты делаешь-то, придурок? Ты что делаешь-то, а?
Ёпти марапти, что ты делаешь? Я не пойму. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Я ж сказал, не зря я сюда запихался. Давай, иди сюда, громила. Вай, смотрите, я еще нашел себе еды. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Тире-тире. Ну что, давайте попробуем рискнуть. Вот так вот, хоп-хоп-хоп-хоп, и валим отсюда мы-то с вами-то домой, обратно-то. Ну и вторая база, друзья, название Элджо Сол... Йоу, какой-то там тролливали, язык переломаш, не буду повторять. Опять же у нас мясо чуток, ну и что-то за беда, дреда, душки, трета-та... А чё... Здравствуйте. Да, ну да, удачки, удачки, удачки тебе, уда... Офигеть, я так понял, здесь у нас находится огнестрел, да, 3 на 3, значит, донатер, скорее всего. Ну да, задонатил на железную будку, и теперь вы там его и грабить не сможете, ну ладно. О, титири-тири, а вы... Чё, все... А в смысле, что это такое? Тире-тире-тире. Куда взрыв-то делать? А давайте, наверное, я вот так вот просто середину найду. Не знаю, куда. Я войду. И вот здесь я просто так взорву. Пускай будет так. Какая-то сковорога... Скорогоров... Фу ты, блин, скоро... Говорка. Ничего себе, друзья! А база-то у нас шикарная. Но не то, что она сама шикарна, а то, что внутри в этих сундуках, это просто бомба, друзья. Давайте вот первый вот этот сундук сломаю сейчас. Второй вот этот сломаю сундук. И третий вот этот сломаю сундук. Потому что если громила у нас придет, а громила придет, он нам люлей, не только люлей надает, но еще и телепортнется, и потом будет бомба и жопа, и все в кучу. Так, о чем я говорил там? Ну да, здесь мы поставим чоппер. Этот мы сломаем, этот сломаем. Это все уже поблизости будет. Вот это самые два дальних сундука. Они пустые. Ой, да ладно. Ладно, рандомно я бью вот этот сундук. Рандомно я бил тебя не зря. Винтарезик я заберу тебя. Калашик, самопальчик. Мясо есть немножко. Сухое мясо тоже бомба. Я домой забираю. Немножко этого я съем. Это я съем. Это попью. Это я съем. Есть спецвойск, друзья. Броник. Хорошая вещь. Немножко бинтов, аптек. Это вообще хорошо. Ляпота. Рандомный, блин, а чё, а почему посередине пусто? Он, наверное, до туда не дошел, да? Угу. Нет, подожди, сначала я хочу закинуть себе в чоппер. У меня, конечно, бронь на той паре сейчас отлетит. Самое главное, чтоб я не отлетела. Чё там у меня с бронькой? Пока нормально, живем. Пока живем бронечкой моей. Вот так вот, вот так вот. Это мы забираем домой, сразу же домой. Винторез, калашик домой. Ну, а это пока что у себя побудет. Пока, пока, пока. Пока, друзья, пускай у меня побудет, а не у себя побудет. Мне нужно сейчас вызвать еще одну волну как-то так. Схавали. В ДВС-ак. Ну, если с этой стороны есть в сундуках что-то, давайте ломать этот. А, у нас волна идет. Идет волна ко мне с толстой сумкой на ремне. Сейчас мы будем так колотить ее. Ох, теперь только самое главное этого толстяка вовремя не убить, и будет бомба. Давай, бомба. Джеймс, бомба. Ну-ка, бомба, иди-ка сюда. Мы здесь с тобой потом встретимся. Давай, колышмать меня, убивай. Но я вернусь, ты только это знай. Друзья, я что-то не понял. По-моему, я ехал на чоппер, но почему-то оказался совсем с другой стороны. А где моя бронька? Да, меня раздели? А в смысле, я же А, нет, меня раздели, ведь правильно. А чё, я без чоппера, что ли, сюда притянулся? Да ладно! Да ну нафиг! А как это работает, друзья? Я же на чоппере ехал сюда. Ну, это обидно, конечно, сейчас будет. Правда? Это пипец ведь сейчас будет какой? Вай, вот это да! Вот это габела! Вау, ничего себе! О! Ё-моё, я живу! Моё железо, моё железо, моё, 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 моё,
Как мне быть? Май, как мне это все, блин, забрать? Это будет габелла, конечно, жалко, обидно. Но вот так вот у меня получается. Минус. Офигенный рейд. Жалко, блин, конечно же, друзья, жалко. Тут что у нас? Тут, конечно, одно барахло. Я эту базу, друзья, чекал, но не до конца, как всегда. Понимаете? У тетери, смотрите, какая вкусняшка. Вот это бы вкусняшка была бы, как вот это, была бы бомба. У нас вот такая вкусняшка одна. Ломаем следующий сундук, друзья. Сейчас побежит третья и последняя волна. А хотя нет еще. Не. Ёпти-марапти. Это что, шутка такая, что ли? Ой, как же я так запорол-то это? Тогда, ну ладно. Обидно, друзья, обидно, конечно. Ну ладно. Смотрите, что я здесь нашел. Тут ёпарас это. Куда ему столько этого угля? Ёшкин матрёшкин, это бомба, конечно. Давайте ломать. Нет, не-не-не-не-не. Я рандомно буду бить, потому что у меня сейчас волна пойдет. Последняя волна пойдет. Угу, вот которая она идет. А подождите, а что, у меня только пистолет остался? Это беда будет, конечно, сейчас. Тяжело будет. Если у меня пистолет сломается, мне придется в рукопашную их убивать. Представляете, в рукопашную самопал-то я не буду про... Блин, давай, хватит, хватит. Да, мне хватило. Слава богу, мне хватило. Постел... Это что? Это что? Это... О, черт, о, черт, я куда попал? О, черт, я-то вот попал. Круто, я попал на тебе. Да, блин, да ну нафиг. Это, вот это все мне не нужно. Дайте мне что-нибудь восхитительное, власти такое. Я не знаю, друзья, что мне здесь ломать, я правда не знаю. Или просто угля, может быть, набрать. Ну, тут я что-то только 6 стаков угля всего возьму, и все. И все, 6 стаков угля я возьму-то с собой, и это будет там все со мной. Оу-е. Оу-е, everybody. Блин, глупо башка, дай ворожка. Почему я поторопился? Не, ну правда, друзья, я садился на чоппер. Я выехал на глобальную карту. Но почему-то пошел на эту базу пешком. А может он где-нибудь тут стоит, этот чоппер? Хотя нет, ну он должен здесь появиться ведь был, да? Его нету. А что тогда за проблема тогда такая может быть? Может быть, друзья, из-за того, что у меня там мало бензину было. Если кто знает, напишите. Я правда, я этого не знал. Я до этого ездил, у меня вот, когда вот желтая линия, вот знаете, вот бензин, да, вот тут бак, здесь бензин. И тут линия. У меня сейчас было чуть больше этой линии. А как так не хватило-то? Не понял вообще как-то ничего. Чё за фигня? Какие-то недоработки непонятные. Блин, из-за этого я чоппер профунякал. Минус 8 хп... Ой, вместимости. Минус 8 вместимости. Жалко, обидно, конечно. Ну и что делать? У меня осталось совсем чуть-чуть времени. Ну не то, что времени, а совсем чуть-чуть... Этого, как сказать-то, ёпти-марапти, господи, шкалы-то, господи, ну да, вы поняли, надеюсь, меня. Я не знаю, какой ломать, давайте этот сломаем, потому что у меня последний сундук остался. Ёпэрэсэтэй, да ну нафиг, у меня такое чувство, что я лучше заберу, наверное, те вещи, я минусую вот это, я выкину топор, но заберу уголь. Давайте я так и сделаю. Уголька лучше возьму. Блин, да туда ну нафиг. Я бы и так взял бы еще намного больше. Блин, да как? Самому обидно. Как же я глупо поступил. Но зато железо, друзья, мое железо. Я заберу его домой с собой. Ой, что же мы делаем-то с вами, а? Давайте я вот так вот делать буду. Знаю, что эта вещь нужна. Тролливали. Мне она нафиг не нужна. Вот так вот. Просто-напросто я так поступлю и все. Конечно, у меня пистолет на той паре сейчас сдохнет. Может быть, даже я пистолет здесь оставлю. Как вы думаете, может быть такое или нет? Конечно, может быть и такое. Пистолет оставляем тогда. Топор можно даже в довесок оставить. Но, блин, ломать не ломать. Ломать еще один сундук. Я, наверное, потом убежать просто не смогу и все. Хотя, сможем мы убежать, у нас вон... Еды, воды, ватти-тири-тири. Давайте я сломаю все-таки, посмотрим. Воу, да ладно.
Ну, блин, тут ничего интересного. Тут одни доски. Ну, куда мне эти доски нужны? Мне доски нафиг не нужны. Вот дерево, да. Ну, дерево, куда я сбегаю? Мне и так вон... Вообще топовый лутецкий забрал. Вот эта бомба вообще как-то нафиг это. Ха-ха. Крутая, блин, сделал там. Без чопера пришел. Вот глупая башка. Блин, я не знаю, ломать какой-нибудь, ломать еще сундук, а? Мне потом надо будет бежать. Ой, со скоростью света бежать надо будет. Я боюсь. Бояка я, вот бояка и бояка. Давайте я еще один сундук сломаю тогда, пускай будет так. Вот и тири-тири, ничего себе. Извините, пожалуйста, давай. Вот, смотрите, сейчас, друзья, я вам покажу свой чоппер. Вот он стоит никудышный, я сел на него и поехал. А, сейчас меньше, а тогда было... Ну, блин, вот из-за этого чоппера дебильного я минус столько угля сделал. Просто огромнейший минус, друзья, минус огромный. Обидно, конечно же, очень сильно обидно. Ладно, давайте заценим, что мы получили. Ё-моё. Как же я много вкусненького взял-то себе домой. Я не понял, а это что, по два... Это я все... Это... Да, нет, это не может быть. Я столько привез домой? Что это за беда? Да ладно. Да ну нафиг. Я не верю. Я просто-напросто не верю. Не верю. А чё я так мало взял? А как это так может быть? Такое может быть? Чё, правда, что ли? Подожди, самопал тоже отсюда сними. Сейчас, друзья, сейчас, секундочку, внимание. Сейчас заценим, сколько мы тут набрали. Ну, мы набрали неплохо. Мы набрали, друзья, неплохо. 4 огнестрела. Ну, ладно, самопал, ладно. 4 огнестрела, друзья. Целый сетик. Ё-моё, 100, 140 еды рагу, морковки, так, 100, 200, практически 300 еды. Морковки, друзья, это же бомбезно, это же еда всё-таки. А чё, 3 мяса, ну я вообще бомжара. Так, стопэ. 100 кожи, это бомба. Доски хорошие. Так, железо. Ну, железо, ладно. Железо отсюда мы уберем, потому что железо не отсюда должно быть. Дерево я сейчас со своими там утырками доразбираюсь. Вот то, что я унес, друзья, это железо. Друзья, это железо. Это все. Железо для меня сейчас на первом месте. Практически так. Сколько у нас получается? 100. Так, стопэ. Стопы, я тебе сказал, 200, да? 240, 250, одно железка, друзья. Это бомба! Да, сушеное мясо. Вот с этим я пока что не понял, как я так забрал это говнище, маску. И самое такое топовое для меня, это уголь. Да, уголь сейчас вообще бомба. Друзья, давайте я с вами попрощаюсь. Сейчас я пойду, конечно же, выполнять задания рейдеров. Сейчас я с ними сначала рассчитаюсь, потом задание выполнять. Это бесконечность, друзья. Надеюсь, вам это понравился ролик. Поставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. И не пропускайте, конечно же, смотреть мои видосы. А на сегодня всем пока-пока, друзья.